Здорово. Привет. Как жизнь? Хоть держись. Вы откуда? Украина, Днепропетровская область, а ты? Я из Краснодара. То ты разумеешь украинскую мову? Ау? How? How do I do? Не понял. Украинскую мову разумеешь? Ты же с Нет. Краснодара, там же украинская мова. И что ты же с Краснодара? Я? Не. Я Я тут. нет, и что то, что. Ну я с Краснодара и что? Ну, повинен розуміти українську мову. Я сюда поговорить просто пришел. Понял. О чем ты хочешь поговорить? А просто как жизнь туда-сюда и все. Ну, в основном туда-сюда. А сколько вам лет? Как ты гадаешь? А? Как ты думаешь? Это 35. Ну, угадал. Ага, угадал, если честно. Це немає ніякого не, ну, значення. Немає ніякого значення. 36-37. У тебе питання якесь інтелектуальне високого уровня є? Ну, сколько вам лет? Можна я вопрос задам? Да, давайте. Я собираю анекдоты про Путина. Можешь один рассказать? Анекдоты про Путина? Да. Я не знаю анекдотов. А что такое? Ну, я не знаю анекдотов про Путина. А что, нет анекдотов про Путина? Я не интересуюсь вообще, в принципе, анекдотами. А чем ты интересуешься? Я работаю. А кем ты работаешь? Каменщиком. А, ну серьезно, да. А что, ты училище закончил до этого? Я, да. Понял, понял. Учился. Так что, поговорим про кладку? Да, в принципе, можно. Липецкую кладку знаешь? Не. Блин. Еще раз не понял. Липецкая кладка, как кладется? Я про Липецкую не знаю, там много разных кладок есть. В Липецке. Я не знаю, ну ты что, я в основном почти ничего не делаю, я ложу стенки. Ну стенки ты ложишь, а облицовка какая? Липецкая кладка. Смотрите, как я вам сейчас, пойдется? Вот, и смотрите, смотрите, я вот отучился 2 месяца назад, вот, грубо говоря, месяц я только ложу просто я как в бригаде работаю, мне показывают что да как. Ты внутрянку и, короче, ходишь? Через знакомых. Да, я внутрь. Именно вот как, ну, вот комната обычная, да, там вход. Я ввожу дверь, там кладу туда. Ну, перестенки делаешь. Ну, да. А наружная кладка какая? Наружную кладку не вожу. Ну, так ты же учил 4 года. Нет, я не 4, я 2 учился. 2 года в технику, в училище? Да, да. После 10-го? Нет, после 9-го я ушел. Слушай, и в училище 2 года учат? Или ты не закончил? Нет, я закончил. Я не в училище, я в техникуме был. В техникуме 2 года после 9-го курса? Там преподаватели, получается, класса? Смотри. Преподаватели, получается, там... Как? Короче, они либо, короче, ничего не объясняют, либо бухают. И я решил, вот, ну, я... Да, вот так, да, вот так, вот так. Уровень образования я, короче, в России. Да, нет, 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 это просто именно как вам, у нас как деревня тут, и тут совсем по-другому, ну, там было. Краснодар, и деревня, я через, умираю. Нет, 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 Краснодар, я через знакомых сразу с этой деревня. Деревней, нет, я после той деревни я сразу уехал в Краснодар. В Краснодаре познакомился с пацанами, и пацаны вот сейчас, вот, нормально. Короче, как ты надо учился учиться, на так, каменщика? Я, грубо говоря, да. Ой, я только знаю, как ложить и все. Пойдешь потом, тебе домашнее задание. Почитай в интернете, что такое липецкая кладка. Это я будет полезно тебе будет. Ты придешь пацанам, скажешь, а я знаю вот это, а вы это знаете? Они такие, вот это ты, Ванек, даешь. Нет, там мужики, грубо говоря, уже столько лет работают. Понял, спроси у них, что такое липецкая кладка. Я спрошу. Давай, отдыхай. Давай, до свидания.